Всем привет-привет! С вами Надежда Сергеева, интернет-предприниматель из домохозяйки в Леде. Сегодня я в этом видео буду делать очередной обзор своего заказа, который мы получили буквально вчера, и поделюсь своими впечатлениями. Заказ небольшой, буквально на 19 с небольшим баллов, поэтому я постараюсь сильно видео это не растягивать и по факту рассказать, да, что к чему. Итак, я начну сразу же с того, что вы уже видели в прошлом моем видеообзоре. Я его проводила в прямом эфире в Instagram. Это коктейли. Вот такие вот коктейльчики. Это протеиновые коктейли с разными вкусами. Со вкусом крем-брюле, со вкусом банана и со вкусом капучино. Это такие коктейли, которые я использую для перекуса или для позднего ужина. Для чего они вообще нужны? Да? Во-первых, это коктейли, которые быстро приготавливаются на молоке, либо на воде, либо можно молоко с водой перемешать и пить этот коктейль в любое время суток. И причем этот коктейль никак не повлияет на вашу фигуру, да, то есть он не содержит сахара, что самое главное, да, и в этом коктейле очень много различных витаминов. Сейчас я прочитаю состав. Значит, изолят соевого белка, фруктоза, ароматизатор, крем-брюле, изолят рисового белка, загуститель камедь гуаровая, изолят овсяного белка, изолят горохового белка, концентрат сыворочного белка, лецитин, инулин, премикс минеральный, в котором содержится кальций, магний, калий, железо, цинк, селен, йод, медь и марганец, ароматизатор сливочный и премикс витаминный. То есть помимо того, что здесь минеральный комплекс содержится, да, еще есть витамины. А, D3, Е, С, В1, В2, В6 и В12. Никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота и биотин. Также здесь содержится экстракт зеленого чая, L-карнитин и антислеживающий агент кремния диоксид. Значит, к чему я прочитала такой длинный вам состав, да? К тому, что вот эти коктейли запросто могут заменять какой-то из приемов пищи. Я, как уже сказала, да, использую эти коктейли как перекус, либо как поздний ужин, если вечером хочется кушать, да. И вообще вот эта серия, да, Slim, она идет как серия для регулирования питания, да, и для похудения, можно так сказать. Потому что именно серия Slim в компании Faberlic, она направлена на то, чтобы человеку было проще поменять свое питание на правильное, с неправильного на правильное, да. И как раз вот такие протеиновые коктейльчики, они очень хорошо помогают, да, перестроиться. И если, например, есть любители сладкого, как я, то, в принципе, вчера, когда я разводила себе такой коктейль, я подумала о том, что, ну, он ведь сладкий, он вкусный, его можно заменять на какие-то сладости, на какие-то вкусняшки. Вот, это что касается этих коктейльчиков. Они сейчас идут по акции в каталоге номер 9 и в каталоге номер 10, они тоже будут по акции. За 65 рублей по ценам каталога можно будет купить любой из продуктов на странице 219. Вот такой вот здесь вот идет каталог, да. Значит, здесь те же самые вкусы. Крем-брюле, банан, капучино. Вообще стоимость этого коктейля 150 рублей, но по акции вот идет 65 рублей каждый. Это без учета скидки консультанта, да. И также здесь есть протеиновые батончики, которые тоже можно использовать для перекуса. Дальше. Больше у меня здесь не было ничего такого питательного, да, вкусного. Больше пошли тут товары для дома и уходовая косметика и декоративная.
мужу заказала вот такой шампунь-гель для душа. Это идет, получается, ароматизированный у нас шампунь и гель для душа 2 в 1. А Vent Adventures идет такая же парфюмированная вода. В принципе, аромат прикольный. На, понюхай. Вкусно пахнет. Мне кажется, парфюм будет еще лучше пахнуть. Дальше. Что касается дома. А, нет, вот еще. Парфюм. Парфюм мы заказали тоже по акции. Заказали парфюмированную воду Джентльмен. Вот такая вот прекрасная, стильная бутылочка. Вот в такой вот коробочке. Артикул 3224. Это древесный аромат. Очень такой вот он, как бы и свежестью, да, такой вот и свежий. И, а? Нерезкий. Нерезкий, да, он свежий, нерезкий, не кидается, да, запах вот этот вот в нос, как-то вот все хорошо. И аромат очень приятный, ему очень понравился. Но помимо того, что ему понравился этот, у него есть уже другие фавориты, которые мы заказываем в Faberlic. Это и парфюмированная вода Листет, и еще Бомонт. Бомонт, да? Да. Называется Бомонт, да. Тоже очень классная парфюмированная вода. И еще мы получили вот такие вот пробники парфюма тоже от Faberlic. И здесь идет один парфюм мужской от Юдашкина. Валентин Юдашкин. Просто, да, Валентин, да. Юдашкин. И тоже этот аромат нам очень понравился, тоже будем заказывать такой мужской. И также здесь вот два женских от Валентина Юдашкина. Валентин Юдашкин Rose и Валентин Юдашкин Gold. Gold идет для более таких зрелых, да, женщин, а Rose, мне кажется, очень такой приятный аромат. Где-то от 25 до 35 вообще будет в самый раз, мне кажется, очень классно. Тоже себе такой закажу потом. Дальше, что касается декоративной косметики, то сейчас на мне вы можете увидеть помаду. Помада это у нас, сейчас скажу какая. Так, помада, полуматовая губная помада Овация, артикул 43032. Такой вот он нежный, да, нежный такой красивый лиловый твит называется цвет. Вот такая вот прикольная идет упаковочка. Тут написано Faberlic. И интересно, она открывается, кстати, с зеркалом, что очень удобно. Ой, меня видно. С зеркалом. Вот здесь есть такая кнопочка, мы на нее нажимаем. И вот здесь раз выскакивает сам тюбик, да, с помадой вытаскивается. И вот такой вот красивый цвет. Я впервые себе купила такой оттенок. Вот так вот, что ли, как-нибудь. В общем, видно, в принципе, видно этот оттенок. Вот такой вот, да, тюбик. И потом, когда мы его закрываем, вот так вот, раз, щелкает. Прикольная штучка. И вот в такой коробочке была. Так, артикул этой помады, лиловый твит, я уже сказала, да, 43032. Очень приятная, нежная, не сушит губы, несмотря на то, что она полуматовая. Наносится очень легко, не размазывается и держится тоже достаточно долго, да, ну, в течение полудня. Я вчера, да, где-то нанесла ее, и потом до вечера практически она продержалась. Ну, понятное дело, что когда ты кушаешь, немножко съедается. Дальше, да, что еще? Я себе купила вот такой сос-крем, сос-терапия восстановления. Это из серии химического пилинга, которая представлена у нас в Faberlic. Это для того, чтобы наша кожа была гладкой, ровной, очищенной. И когда мы наносим тональную основу, да, чтобы не было каких-то шелушений там и так далее. Все время забываю, куда смотреть. Камеру туда вот надо смотреть, да? И он идет вот в такой вот коробочке. Тоже я его брала по распродаже за
за 199 рублей. По этой распродаже в каталоге он стоит, конечно же, подороже немножко, но он того стоит, это точно. Дальше, теперь остались товары для дома. Вот такое концентрированное средство. Опять мы его заказали. У нас это средство идет на ура и дома. И сейчас, я думаю, будут еще заказывать, потому что оно действительно очень классное, очень удобное. Быстро можно очистить чайник от накипи, ну и кофемашину, если она у вас есть. Как мы чистим? Мы берем одну капсулу, наливаем в чайник где-то на литр воды и включаем его для того, чтобы он закипел. После того, как он закипает, уже в нем нет никакой накипи, оставляем на 10, там, на 5-10 минут, полоскаем горячей водой, все, чайник чистый, не нужно стоять там что-то оттирать или не нужно часами кипятить с уксусом или лимонной кислотой. Очень крутое средство. Тоже оно сейчас в этом каталоге по акции, в следующем каталоге я даже не знаю, что-то не посмотрела. Дальше, средство универсальное антибактериальное. Я уже не раз говорила в своих видео о том, что у нас есть и кошка, и собака, да, и постоянно нужно обрабатывать поверхности чем-то. И вот это универсальное средство, оно подходит для всего. И для того, чтобы протирать столешницы, стол, подоконники, столы, телефоны, которые постоянно у нас в руках, да, постоянно просто салфеточку немножко сбрызнули и протерли. Ручки дверные, кухонные шкафчики, да, можно протирать, можно также протирать выключатели, там, розетки и все, что касается того, что мы постоянно пользуемся, да, трогаем. То же самое там компьютер, да, клавиатура тоже можно протереть, чтобы было поменьше всяких там бактерий. Дальше, что здесь написано, да? Применяется для любых поверхностей, не смывать для продолжения бактерицидного действия. Достаточно 5-6 нажатий для обработки 0,5 квадратного метра. Или можно, да, использовать, кстати, антибактериальное средство можно использовать и для обуви, если нужно. Мы взяли вот такие две бутылочки для того, чтобы одна была на кухне, одна будет в ванной комнате и в туалете. И вот такое средство для ванной комнаты, да, универсальное, чистящее, для того, чтобы наша ванна блестела. Им можно чистить и раковину, и краны, и саму ванну, и плитку, да, можно, в принципе, такое вот оно универсальное. Оно жидкое, поэтому я хочу его налить в разбрызгиватель и использовать его по-другому, да, то есть разбрызгала, например, по ванной, оставила и протерла потом уже и смыла водой. То же самое на краны, то же самое на раковину, то же самое на плитку в ванной комнате. Вот, оно, кстати, мне очень нравится тем, что оно не... У него нет такого какого-то химического запаха. Так, сейчас я скажу, нужно ли перчатки или нет. Так, разводить водой его не требуется. Так, да, для защиты рук обязательно использовать резиновые перчатки и беречь от детей, потому что там содержатся кислоты, активные кислоты для очистки. И если у вас акриловая ванна, то надолго оставлять это средство нельзя, потому что оно разрушает акрил. Буквально нанесли 2-3 минутки и начинаем, где-то, если пятна какие-то есть, потерли и смыли водой, и будет все прекрасно, все будет замечательно. Вот такой вот заказ у меня получился. Что касается следующего каталога, вот этого красивого летнего, да, то здесь, к сожалению, заканчивается наша акция на 1000 рублей. И сейчас уже будет работать все по-другому. Сейчас вы будете делать заказы, да, свои и получать подарки. Вот такие вот подарочки при оформлении первого заказа. В 10-м каталоге, я сделаю обязательно на него обзор, в 10-м каталоге будет набор косметики для дома. Кстати, очень крутой набор. Это будет уже с 1 июля.
Ну а если у вас есть какие-то вопросы ко мне по тем продуктам, которые я вам показала сегодня, обязательно напишите их в комментариях под этим видео. И в целом напишите о своих впечатлениях, да, что вы нового узнали о том, что я вам сегодня рассказала, да, было ли полезно это видео, да, этот видеообзор. И напишите, что вам захотелось заказать после просмотра этого видео. Ну а если вы еще не консультант компании Faberlic, то обязательно присоединяйтесь в наш проект, в нашу команду. Мы расскажем вам не только о том, как выгодно делать покупки в нашем интернет-магазине, но и о том, как можно зарабатывать деньги прямо в интернете, не выходя из дома. Ну а с вами была Надежда Сергеева, интернет-предприниматель из домохозяйки в Леди. Всем пока-пока!